коллеги, Олег Демчик, президент клуба профессиональных переговорщиков, и Сергей Костенко, руководитель проекта больше, чем с 20-летним стажем. У всех у вас по программке, да, с одной стороны у нас программа нашего дискуссионного клуба, с обратной стороны перечень вопросов, которые вы прислали нам, и мы, они размещены в открытом доступе на нашем сайте. Олег Демчик и Сергей Косенко ответят на вопрос Павла Якименко. Павел, вы у нас сегодня во всех ипостасях, да? Итак, коллеги, очень часто в команде есть участник, на котором держится весь проект. Часто это ПМ, но не обязательно. При уходе данного сотрудника, чем закрывать образовавшуюся дыру и сколько на практике нужно времени для адаптации нового ключевого человека? Так, 5 минут, ребята. Добрый день, коллеги. Да, действительно, на практике очень часто случаются такие ситуации, но, наверное, нужно сначала понять, какая зона ответственности была этого человека. И действительно, могут ли вновь пришедшие люди покрыть там одним человеком, либо двумя. Хотя ситуации бывают разные. Если из практики привести пример, то у нас был очень большой айтишный проект, большая команда, очень много было и от бизнеса участников, которые формировали требования, и вот IT-команда, которая внедряла, писала требования, там, устанавливала, развертывала системы. Вот два примера из нашего проекта. Первый пример. Бизнес-аналитик. Девочка, которая действительно там разбиралась в проекте, все требования были написаны ей, в какой-то момент ушла из команды. Что делать? Да, там, то есть любой найти фрилансера, да? Понять ее как фрилансера. Ну, она пошла в другую команду, в другую организацию, там чуть не зарубежность, ей было вообще виолетно. Мы очень хороший человек, очень хороший специалист. Мы многое потеряли, но был найден очень хорошее решение. Мы забрали человека у подрядчика. То есть мы не потеряли вообще ничего. Мы привели в команду человека, который покрыл все потребности текущие, да еще был на голову выше, потому что он писал в том числе и ТЗ для разработчиков. Это как бы первый вариант, да? И второй вариант. Это была банковская система, и было принято, что проекты с IT-составляющей разделялись на две части. Был менеджер от бизнеса и был менеджер от IT, который на себя забирал все функции IT и уже там коммуникации внутри выполнял самостоятельно. Всегда это вот очень удобно, там менеджер от бизнеса формирует план совместно с менеджером, контролирует задачи, проводит совместные встречи и никаким образом не влезает в эти части. И вот у нас в проекте 3 года подряд, каждый год, раз в год менялся менеджер IT. Это, конечно, было ужасно, потому что ему нужно было вникнуть в структуру баз, вникнуть во все экранные форумы, понять в том числе требования от бизнеса. И вот отвечая на вопрос, сколько необходимо времени для вливания команды, как правило, это происходило там от 2 месяцев до там 3-4, в зависимости от самого человека. Ну, проект действительно был очень сложный, требовалось углубленное, чтобы быть хорошим специалистом, да, требовалось изучить структуру IT, там, баз данных и всего остального, систем. Поэтому вот такая ситуация. Олег, вы хотите добавлять что-то? Коллеги, вы сейчас поиграли, у вас очень много адреналина в крови. В общем-то, вы, наверное, не слышите наши слова. Поэтому я написал свой e-mail. Если кому-то интересно, когда вы успокоитесь уже, напишите, я вам отвечу уже письменно. Моя точка зрения на вопрос именно так, как он был задан. Если это ключевая фигура. Если ключевая ушла, мое мнение, вероятность 80%, похороните проект, он сдохнет.
20% это стандартных 3 месяца, которые дают человеку стартный срок, когда он приходит на работу. Или в правительстве 100 дней, ну тех же 3 месяца. Как насчет подхода не увольнять ключевого сотрудника, пока он не передаст дело новому? Да, не вопрос. Но формализовано верхушка айсберга. А вот с кем он пьет кофе, пиво или водку, он вам не передаст. И отношения он не передаст. Так что забудьте, умрет про это. На самом деле, мне кажется, что нужно для начала понять, почему этот сотрудник был ключевым. Скорее всего, это был человек, который каверил одновременно много разных активностей. И, возможно, там, ну, вместо того, чтобы был один человек, найти либо в идеале какую-то команду из 2-3 человек, которые могли бы параллельно, ну, которые уже между собой команда есть, друг друга знают и работают слаженно, которые могли бы заменять его, ну, разделить все его там формальные обязанности на какие-то отдельные там куски и найти людей, которые могли бы его заниматься каждой конкретной его активностью. Возможно, это бы помогло. Коллеги, я в воскресенье, предыдущее, проходил тренинг Красного Креста, доброчебная помощь. Если кишки наружу, можно все что угодно делать, все равно не живется. Поэтому есть статистика, умрет проект из ключевой фигуры. Вот девушка, не знаю как, она почти попала, почти правильно. Можно я чуть-чуть дополню? Первое, что, если у вас уходит ключевой, у вас проблемы, первое, что сделаете, вызовите в себе человека, отвечающего за качество проектов, точнее, проектов, не продуктов, поэтому базы данных. Мы не рассматриваем сферу, мы рассматриваем проект. Вызовите менеджера по качеству и увольте его. То есть уже 2 сотрудников. Это минимум. Менеджер по качеству допустил ситуацию, когда есть незадокументированная, я так понимаю, некоторая деятельность. Это дырка менеджера по качеству. Это не качественный, повторяю, проект, не продукт проекта, проект. Некачественно организована работа проекта. Поэтому он появился у вас, вот как описано. Если есть, немедленно уволить менеджера по качеству. Если нет, заменить. Если нет, то значит и уволить. Нет, подожди. Значит, что значит? Кто-то выполняет эти функции. Если нету формального, значит, кто-то отвечает за качество. А если это тоже ключевая фигура? Мешает. Если можно, я свое видение в такой ситуации поговорю. На самом деле есть два возможных сценария. Первый сценарий — умрет проект, второй сценарий — он переродится. То есть в любом случае умрет проект старый. Другой вопрос, что вам было важно? Я, наверное, чаще всего все-таки сталкиваюсь с проектами не такими дорогостоящими, хотя, кто его знает. Я работаю, допустим, чаще всего там с ПРООН, с ОБСЕ, и сейчас, наверное, самые дорогостоящие для Украины проекты. Но я просто к чему? Есть второй вариант — найти человека, который станет ключевым, но быть готовым, что проект изменится. То есть, если у вас был глобальный концепт решения баз данных и так далее, оно формировалось на видении этого ключевого человека, который смог заразить этим видением всех остальных, и вот, к сожалению, такое видение не задокументируешь, то когда появится другой человек, будьте готовы, что либо вы совсем хороните проект, либо это будет другой проект. Спасибо. Ну, в данном случае я говорил о том, что тоже первый ответ был, что сначала нужно понять, какие компетенции выполнял, какие обязанности выполнял менеджер и кем можно его заменить, 1-2 человека. Да? Мы говорили действительно о том, что, допустим, там проектная документация была правильно заполнена, да, то есть там были карты, там, план проекта, задачи, да, карты коммуникации. То есть не нужно увольнять этого сотрудника, отвечающего за качество ведения проектной деятельности. Говорилось действительно о другом, о том, что человек, даже новому менеджеру нужно прийти, прочитать документацию техническую, вникнуть, да, и только после этого он может выполнять, двигаться дальше. Да, то есть, ну и плюс еще знать дядю Васю, который там правильно что-то делает. Уважаемые коллеги, поблагодарим экспертов.
сегодня она ушла, я надеюсь, она на нас не обидится. Юля, вы тоже на нас не обидитесь. Ваши вопросы мы рассматриваем. Спасибо большое. Еще несколько организационных моментов. Скажите, спасибо. Сергей, прошу. Да. Все, наверное, уже все знают 21 ноября расширенный дискуссионный клуб. На сайте мы программу выпустим на следующей неделе. Он будет, наверное, с 12 до вечера. Не традиционно с 5, потому что он же расширен. Ну и это будут курсы, курсы, интересные штуки по сегодняшнему. А кормить будут? Как раз к этому. А до 21-го? До 21 ноября. Ну и 11 декабря традиционно, там стандартно. А 32 октября во Львове. Ой, нет, во Львове. Днепропетровске, да, в Интерпайпе. Можно еще на экскурсию. Завод стальных труб. Вот там, не знаю, будут ли кормить. Там кормят, я там буду. Прекрасно, реально. Ну и традиционно новые медальки. Мы награждаем постоянных участников PM-комьюнити. Поэтому новые люди. У нас есть еще суперприз от Аленки. Да, здравствуйте, коллеги. Добрый вечер. Мы уже с вами виделись сегодня на регистрации с Аленой. Я новый клиент-менеджер компании Spider Украина, но обычно в куларах меня называют супер-менеджер Аленка. Я себя так называю, всегда. Вот. И чтобы как-то максимально вы меня идентифицировали, не было вот этого «эй, девушка», или «эй, ты, подойди сюда», вот, это, вот этих моментов, я хочу вам подарить вот такие маленькие шоколадочки. Не Аленушка, не Аленка, мы не сепаратисты. А Оленка, вот, и подарю тем, кто вот больше всех, у кого нет Энок. Первый человек, который получает значок постоянного участника PM-комьюнити, это Белоусов Вячеслав. Реакцию проверьте. Виктория Голотович. Это мне. Первая. Да. Олег Дэнч. Да. А я вам уже дарила одну. Жалко, да? Алексей. Ой. Постоянно на нашем. Да. Эксперту, эксперту, а спикеру и самому главному защитишь расшаривателю наших новостей. А вам от Арины сносит вообще отдельно. Так, Мария Карпова. Мария. Сергей. Косынка. Да. Сергей Косынка. Я здесь уже. Простите. С удовольствием. Ирина Крушельницкая. Очень за вас рада. Ирина, Наталья Наумова. Подождите. Перехват. Прекрасно. Ольга Паркова. Ловите. Юлия Сергеевна. Я говорила сама. Я
Александр Антонов. Это первая моя студентка, которая получает значок премии «Камиль». Пожалуйста. Коллеги, спасибо вам большое. Мы будем рады видеть вас в ноябре. Сегодня был классный вечер. Да. Спасибо. Спасибо.